Всем привет, ребят! Сегодня у нас очередная прокачка. Это будет Асурик со священным огнем. Герой очень интересный. Чем интересный? Тем, что если он активируется, он бесконечно, пока вы его не убьете, будет отнимать у вас на десятки 24 энергии. Также наносит неплохой урон, 480% от атаки четырем героям, с которых, соответственно, будет снимать это все. Так, имеет иммунитет к стану страху, также отражает 50% входящего урона. Вот так вот. Священный огонь понижает, вы скажете, он же понижает, там отражалка не будет. Самый кайф, его не будут так быстро убивать, плюс еще 65% жизни. Можно с бастом тестировал, показывал стойкость, можно лепить, все зависит от того, что вы хотите получить. Но у меня вот такая вот сборочка, мне она больше всего нравится. Еще я его протестирую попозже с порочным пактом. Напишите в комментах, хотите ли увидеть еще раз такую сборочку на тесте. Мы поехали, посмотрим на героя в действии и побежим уже его качать. Так, одни и те же расстановки. Отлично, стрелок. Ну вот он включился, как видите, вот идут такие вот красные бочечки. Вот видите, Рину там. Ну, Рину, конечно, вторая эволюция плюс стрелок, но как видите, герой и тоже Асурик стоит. Держится очень прикольно. Так, ну что, поехали, делаем эволюцию. Ну, в основном этот герой используется на PvP локациях. Не так часто, но очень смотрится круто, если его прокачать на максимум. В принципе, как и любой герой. Так. Давайте немножко подкачаемся дальше и сделаем ему уже аугментацию. Так, отлично. Улучшаем ему снарягу. Так, по чарам у меня тут пиромах таки остался, что ему неплохо будет по чарам. Ну, конечно же, это доспех, увеличение жизни плюс аура вокруг него. Также можно такой талантик поставить, если на урон, победный выпад, ослеплялка, там все остальное, передача энергии тоже будет неплохо, плюс одну клетку. Надо смотреть по дальности, ну, доспех, как он, по мне, самый оптимальный вариант, так как он подбегает вблизи и плюс еще отражает, плюс увеличение жизни максимум, самое топовое. Ну, у нас будет вот такой вот талантик. Так, по чарам давайте, так, по чарам рассказал, по созвездиям. Ну, мы сейчас, он, конечно, топово выглядит с уклонением, вы скажете, что опять же уклонение, по нему не будет попадать отражение, но зато он будет дамажить намного дольше, поэтому уклонение как было топовой, топовым созвездием, так и остается. Мы сейчас его соберем, не знаю, сделаем ему сборную солянку. Так, уклонение, атаку мы не будем ставить. Может, уклонение соберем, посмотрим, как сейчас выпадет все. Если на PvP локации, конечно же, уклонение, можно также крит. Уклонение чем будет хорошо? Давайте крит сопротивления поставим одно. По герою не будут попадать, и у него будет шанс включиться. Если он включится, то будет очень сложно его остановить. Так, крит урон. Не хотят пятерки давать мне. Вот так вот крит. Крит есть, крит сопротивление есть, уклонение есть. В общем, поехали его дальше докачивать. Сейчас, может, найдем кого-то противника более-менее под этого героя. Вы видите, бьет здание, бьет все, что есть вокруг себя.
Единственное, ему надо включиться. Вот когда он включается, вы уже его никак не отключите. Вот смотрите, что делается. Посмотрите, что он делает. Это, ребят, первая эволюция только была. Вот его восстановил хранитель плюс ангел. Против меня вторая эволюция. Он просто им не дает зарядиться. Вот казалось бы, многие говорят, фигня герой. Да не фигня, его если хорошо, правильно собрать, вторые эволюции просто будут отдыхать. Поэтому вот именно с СО, где жизнь есть, ему на урон его смысла собирать нет. А вот выживаемость ему повысить лучше всего. Вот один герой, сейчас увидите, каких ушатал. Ну, Анубис, Гаргул. Это первая эволюция, просто 10-10, это не 12 даже. Многие на Китае, кстати, его используют на атаке фортов. Возможно, и мы попробуем это сделать. Посмотрим. С новым талантиком тоже захотелось потестить. Поехали. Конечно, прикольно смотрится он. Вот посмотрите, что делает. Череп убил. Ну, череп с доспехом. Был бы у него доспех, тоже было бы поинтереснее. Так. Хорошо. Добиваем. Ну что, я апну вместе с ним. Не, наверное, до 400 не дойдем. Хотя, возможно, и дойдем. Так. Отлично. Переводим на 10-ю звезду. Так, М200 нам надо, окей. Книг все меньше и меньше. Так, отлично. Делаем эволюцию. Кстати, неплохо смотрится против той же Фреи. Да и против многих героев. Если он включается, все. Многих героев это просто не спасет уже, потому что он каждую там секунду, как видите, выкидывает свои шарики, которые наносят и урон неплохой, и, соответственно, забирают энергию. И вы ничего с этим не поделаете уже. Вам только надо будет офигенный дамаг, чтобы его вырубить. Единственный минус то, что он ближнего боя, потому что если бы был дальник, это было полный пипец. Пипец, его просто было бы нереально слить. Реально, конечно, но он бы очень много создавал проблем по локациях. Ну, как видите, урон держит вообще чудесно. Вот Фрейка начала уже бить нас. Посмотрим. Далее подхил ворожаем. Ну. Не, все-таки. Ну, посмотрите, Фрейя там хоть и первая эволюция, но урон, посмотрите, как он держит урон. Ворожая уже даже слили. Ну, то есть такого вот плана герой. Можно его сделать реально офигенным. И на многих локациях тащить.
Такс. Сейчас добиваем максималку, идем тестировать по всех локах. Посмотрим уже на имбу на максималке. Так, у нас тут Фрея. Не успел я. Так, отлично. Кстати, он неплохой танк. Жизни у него, как видите, уже 270 тысяч. Сейчас мы его еще подкачаем под 300к. В принципе, один из таких неплохих танков и дамагеров. Ну, он универсальный очень в плане забора энергии, как Махатма. Герои очень ценятся в ПВП-локациях. Так, отлично. Вот даже сможем ему сейчас какую-то эмблемку поставить. Есть. Не хватило нам 800. Что мы имеем? 291 тысяча силы, 10 тысяч атаки. Давайте уберем ремку. И поставим ему порочный пакт. Поехали, начнем с экспедиции. Вот давайте сразу же сюда закинем. Правда, он набор сейчас, если не успеет сделать набор энергии, то его просто тупо сольют. Вот он успел включиться. Ну и все, до свидания. Против стрелка второй эволюции. Вот такой вот, ребята, герой. Как видите, смотрится неплохо. Сейчас добьем 50%. Так, поехали. Тоже стрелка нет. Смотрим. Так, там Атлант включился. Да, там Атлантик включился. И мы такой же самый Асурик. Но урон, в принципе, вы увидели, что не маленький. Так, поехали на аренку. Вот здесь он тоже неплохо заходит. Попробуем. Ну, единственное, он сейчас, наверное, не включится так быстро. Надо было ремку ставить. Ну, пофиг. Остался у нас, вот как видите, хранитель. Это давайте еще разок попробуем. Вот то же самое. То есть, как видите, по дамагу ничем не уступает. Давайте попробуем против этой пачки. Не дают ему включиться. Не, вот дали ему включиться. Ну, вот так вот. Даже вот посмотрите на хранителя. Не дал хранителю. Череп. Да и череп сейчас будет отдыхать. Анубис остался один. Вот посмотрите на домах. Сейчас заодно посмотрим, сколько. О, неплохо. Смотритель бьет.
Ну, Анубис ему уже режет атаку, но все равно пофиг. Должны затащить. Все, ушатали Анубиса. В общем, такой вот герой на подземках тоже можно использовать. Единственное, как и многие, будет мешать тыковки. Давайте еще этого попробуем. А, этот Дали. Печально. Не успеют зарядить нас. Да, тут он, конечно, выиграет. Хотя, если мой смотритель не успею ее затащить. Ну, тоже, как видите, по дамагу неплохо получается. Давайте еще разок. Смотрим, сможет ли тыковка что-то сделать. Все, он только включается. Все отдыхают. Вот такой вот, ребята, герой. Давайте в забытую покажу, если у меня там остались попытки, да. Так. Правда, мы без ремки бежим. Но поехали, посмотрим. Возможно, сейчас ремку. Так, это слабенький противник. Но они все убиваются от него, как видите. Все. Без вариантов. Вот, отлично. На этого мы сейчас попробуем поставим ремочку. Хотя пофиг, побежали без ремки. Затащит, затащит, не затащит, не затащит. Если карта есть, попробуем еще раз. Вот повелитель бури. Посмотрите на повелителя бури. Жесть, да, ребят? Посмотрите, сколько там осталось. Там Фрея просто затащила. Если бы не Фрея, просто слились. Ему немножко подхило ворожая того же, и все. Просто налегке затащили бы. Сейчас гляну, или у меня есть. Вот, отлично. Делаем так. Добавляем ему сюда. Ворожая. Для подхила. Посмотрим. Ну, конечно, ворожаи сейчас тоже могут слить быстро. Но попытка не пытка. Да, видите, ворожаи все-таки сливают. Да. Но посмотрим. Ну, посмотрите, как постепенно. Я просто двумя героями ушатал. Фрею ушатал, которую сложно ушатать. Вот так вот, ребят. Вот вам такой вот герой, которого многие недооценивают. А герой действительно очень имбовый и будет офигенно тащить. Вот как и Махатма. Вот посмотрите, если она сейчас выживет, но она не выживет. А может и выживет. Вот так вот. То же самое. Забор энергии и все. В принципе, все. Вот такая вот у нас получилась имба. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.